Сегодня у нас какое? 29 сегодня? Да. 29 уже марта 2021 года. Короче, у нас походу минус 7. 7, вон ходит дрыщ, короче. Матка перестала в семье сеять. Сейчас я покажу. Из-за холодов матка перестала сеять, они взяли. Вон, заложили. Видно, да? Угу. На расплоде заложили, короче, свища. Такого типа тихосменного. Вот. Взяли, вывели здесь, короче, расплод полупился, уже вывели. Молодая пчела бегает, но она не облетится, у нее не с кем облетываться. Короче, они взяли и вывели себе матку. Пока были 2 недели холодов, вон они взяли себе, вон она ходит с ними. Вот она. Ходит этот дрыщ, во-первых, это мусор, во-вторых, короче, еще минус 7. Такая вот срань какая-то. Пошла полоса, короче. Неудачи за неудачей. На точке здесь, вон расплод. С него пчелы нормальные лупятся, вон молодые бегают, пчелы, и все. Вышла эта срань молодая, убила матку. Хорошую зимовалую крупную матку грохнула. И теперь вот эта дрыща ходит, она не облетается, ей не с кем облетываться. Такие сроки, да и что там облетываться, смотри на нее. Короче, ее задавить. И объединить с другой семьей. Вот и все. В принципе, можно с ней сделать. Хотя она бы вполне развилась бы. Если бы нормально все было, она бы развилась. Вот вам что такое холода. Вот уже минус 7, опять это из-за холодов вот этих вот. Если бы нормальная матка продолжала сеять, вот этого бы не произошло. Я хотя бы смог бы проконтролировать, вовремя бы выломал. А я не мог 2 недели туда залазить. Они... Да вообще, как они за 2 недели вывели матку, что за бред? 16 дней, да? Да не могли они, я не понимаю, как они, на каком они расходе. Ну да, они заложили, наверное. Короче, где-то что-то прощелкал. Я вообще не понял, как они в такие сроки. Я смотрел, пересматривал всю семью. Здесь все было хорошо, не было здесь никакого. Я не понимаю, не могли все поменять. Эта семья не обрабатывалась маслом, я только всего 2 семьи обрабатывал маслом сейчас. То есть это не могло быть после обработки, потому что эта семья не обрабатывалась. Вот это так. Ладно, все, дальше. Смотрим дальше.